Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка совместно с коллегами из УВД по городу Сочи была получена оперативная информация о том, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту фальшивых денежных купюр на территории города-курорта. В ходе проверки данная информация подтвердилась и было установлено, что граждане сбывают фальшивые денежные купюры через торговые точки города. Двое жителей Томской области, 30 и 31 года, были задержаны после очередного факта сбыта поддельной денежной купюры. Изъятая купюра была отправлена на исследование, которое подтвердило, что данная купюра является поддельной. В ходе обыска во временном месте проживания задержанных сотрудники полиции обнаружили 146 поддельных денежных купюр на общую сумму 730 тысяч рублей. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена причастность приезжих к 6 фактам сбыта фальшивых денежных купюр. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.